горочки спустился, начальник лагеря идет. Он день и ночь всегда в заботах, совсем себя не бережет. Ох, тяжела его работа, она с ума его сведет. Утром поди проверь на кухне, когда порядок или нет. Ну а потом дела, забота, и он пойдет в свой кабинет. Там с головой уйдет в работу, освободится лишь в обед. А кем же ты будешь, когда вырастешь? Буду прокурором или судьей. Кто тебе сказал? Мамка. А почему ты будешь судьей? На каком основании? Там не надо математики. А что там надо? Преступники. Какие преступники? Разные, которых я буду судить. А на каком основании ты хочешь судить людей? На том, что у тебя нет способностей? Там способности не нужны. Служба, которой мы сердце свое отдаем. Служба, где сложно решение принять нам порою. Прокурорское звание с тобою мы с честью несем. И слово закон, он стал нашей судьбою. Мы знаем, как трудно порой зло к ответу призвать, защитить от него пострадавших. Чужую беду, как свою, принимаем душой, потому что служение закону — призвание наше. Прокуроры, прокуроры, мы служим во славу отчизны своей. Прокуратура, дай Бог здоровья ей, прокуратура, мы гордимся ей, прокуратура. Вот здесь с утра я каждый день провожу совещания. Потом встречаюсь с людьми, и так каждый день до поздней ночи. Я работаю и делаю свое дело. Но вы уверены, что это правильно? У него сейчас слишком много проблем. И в этой ситуации выяснять с вами отношения... У него просто не будет времени.